Пенсионеры, мамы с маленькими детьми на Барковской пляж уже утром начали подтягиваться отдыхающие. Конечно, пока к пляжному сезону он не готов, нет даже уличных кафешек, но людей временные неудобства не смущают. Вода очень хорошая, теплая хорошая вода. Еще ни разу не была на речке. Сегодня решили открыть? Да, решили. Но надеюсь, что будет хорошо. Мне вода нравится, купаться весело. И она не холодная сегодня. Тем, у кого начало жаркой погоды не совпало с отпуском, от жары остается только прятаться в тени. Днем было много желающих охладиться у городских фонтанов. У продавцов кваса и мороженого впервые за июнь выстроилась очередь. Клиенты идут, день очень жаркий, я работаю всего лишь один час, и у меня уже большая выручка. Покупают в основном воду и мороженое. К еде нужно относиться серьезно в жару, утверждают врачи. Наш организм к такой погоде не приспособлен, и нагружать его тяжелой и жирной пищей опасно. Мы в это время очень любим все выезжать на природу, кушать шашлыки, бутерброды с копченостями. Вот это вот делать нежелательно. Нужно, в общем-то, стараться забыть о крепком алкоголе в этот период времени, потому что он приводит вместе с повышенным потоотделением, может приводить к формированию аритмии. В жаркую погоду, по словам медиков, днем лучше воздержаться от дачных работ, а пенсионерам и людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы тщательно следить за здоровьем. Одним словом, сделать все возможное, чтобы лето было в радость. Денис Лева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».